Ребята, добрый день, на связи Ультравыхлоп. Мы занимаемся тюнингом и ремонтом выхлопных систем. И сегодня мы прокачали очередную машину. Это Ford Focus 2-литровый. Здесь мы установили вакуумную заслонку для того, чтобы у владельца было два режима звука. Тихий. И, как я люблю говорить, для наваливания. И, конечно же, поставили насадку. Насадка здесь стоит карбоновая. Она очень органично вписалась, несмотря на то, что мы боялись, что все-таки насадка большого размера, двойная насадка, неодинарная, под этот вид сзади подойдет ли она. Но в итоге из-за того, что выпилили в бампере довольно-таки такое значительное пространство под нее, она прям туда вот легла, как влитая. Вы можете прокомментировать, конечно, и сказать свое мнение, но, по моему мнению, у нас удалось и получилось сделать эту машину. Послушайте на звук, посмотрим, как она себя ведет в салоне и вне салона, да, на улице. И, конечно же, можете задать свои вопросы прямо напрямую. Ссылка на телефон и WhatsApp будет в описании. На связи Игорь из Ультравыхлоп. Mm-hmm.